Регион активно включился в работу по благоустройству городской среды. Эту задачу в декабре 2016-го в послании Федеральному собранию поставил перед властями на местах президент страны Владимир Путин. Проект стартовал в начале этого года. Чтобы дворы привести в порядок, мало усилий одних коммунальщиков, важна заинтересованность и местных жителей. Самые масштабные работы в нашем регионе пройдут в Курске и в Железногорске. Чтобы включить свой двор в программу, нужно организовать собрание собственников, решить, что требуется сделать, и передать протокол местным властям. В городе Горняков голосование провели жители более 100 многоквартирных домов. Самое главное – привлечь население. Люди должны быть активны. Правильно, грамотно донести до людей, что ничего страшного в этом нету, и практически ничего не изменится. То есть никакой дополнительной нагрузки ни налоговой тут не предусматривается. Инфраструктура совершенствуется в Железногорске и благодаря федеральному проекту развития моногородов. Одно из его направлений – благоустройство внутриквартальных площадей, наведение порядка в парках, скверах и других местах, предназначенных для проведения массового досуга.